Всем привет, ребятушки, с вами Сафик 1234, и сегодня я буду выживать на хардкоре, но крафт будет рандомный. Сейчас я вам все покажу. Вот смотрите, я начал только что игру, я оказался вот на этом замечательном острове, и реально в этой игре, ребята, просто настоящий рандомный крафт. Я просто в шоке с такого. Вот смотрите, мы берем дерево, да, запихиваем его сюда, стеклянная панель. Стеклянная панель, что мне с этой стеклянной панелью делать? Ну-ка, давайте так. А, ее не собирается. Так, ребятушки, это очень-очень сложно. Так, давайте сейчас попробуем. Нам нужно как-то выжить, ведь это хардкор, ребят. И любой удар, и все, что вот только угодно. Поводок. Короче, ребята, все у нас здесь, ну, реально, на вес золота. Давайте попробуем березу. Через что нам даст береза? Ступеньки. Блин! Блин, чтоб скрафтить-то такое, чтоб мне выжить-то хотя бы, ребята. Нам, как минимум, ну, нужно пропитание, чтобы жить. О, гравий вижу, да? Это не гравий, это какая-то ерунда. Да, это какая-то ерунда, ребята, это капец. Мне даже не сделать кирку, блин. Так, давайте попробуем спуститься вниз. Ну что, это гравий? Давай, бро. Кремень и железо, да? Так, справочник. И что у нас гравий? Земля. Гравий. О май гад, бал. Ребята, дайте загляну в учебник. Резной кирпич. Подождите, бетон. Бобовое бревно. Вот давайте бревна сейчас. Это получается мы из бревен делаем бетон? Это же за ужас. Такой это работает. Как этот Майнкрафт работает, ребята? Блин, пока что у меня хотя бы все нормально с едой, но... Света, сухой бетон. Найс. Ступеньки могу сделать. Поводок, кровать. Земля и гравий. Чего? Так, давайте набираем побольше материала, чтобы реально, ну, разобраться. Так. О! Найс. Возможно, из этого вообще кирка скрафтится. Я так понимаю, это краситель у нас, да? Ламинария. И ламинария мы ничего толком, никак она нам не помогает. Блин, что делать, ребята? О, вижу остров какой-то побольше. Давайте попробуем до него допрыгать и поглядеть, что там, да, главное... Так, вот рыбы. Давайте пробуем... зафигачить рыбу. Ой, это что? Это сундук? Подождите, там сундук же должен быть, да? Так, найс, ребята. О, ребята, удочка, пшеница и уголь. Так. Это что? Ну стой. Тихо. Гад, дэм, ребята, это жесть какая-то. Это этот, блин, трезубец этот, Посейдон. Как минимум, у меня есть удочка. Я уже могу прожить, да? Я уже могу ловить рыбку и ее кушать. Ха-ха. О, оба. Найс. Сырая треска. Давайте еще. Давай туда с две рыбки. Опа. Ха-ха. Так, ребят, давайте похаваем. Блин, нам же верстак нужен, чтобы вот эти три скрафтить. Блин, там может еще что-то было. Ребята, если что-то видите, напишите об этом в комментариях, я в следующий раз увижу. Тихо ты, блин, почему меня к ней понесло? Блин, этот яд. Ах ты гад. Он кидается копьями, да? Так, это плохо, ребята. Нам нужно как-то... Давайте еще рыбу половим по-быстрому. Чтоб еда какая-нибудь хоть была. Слушайте, у меня есть идейка. Палочки же можно сделать, да? Опа! Миску? Я миску поймал. Так, давайте сделаем. А, блин, у нас же доски. Я туплю, капец. Так, ребята, мне срочно нужны грибы. Капец, это просто дурдом. 9 слитков, ребята. 9 слитков из грибов и тарелки. Это дурдом. Это просто жесть какая-то. Так, опа. Так, все, найс. Давайте схаваем. Офигеть. Блин, еще надо. Давай, ловись, рыбка, ловись. Блин, я надеюсь, что вам понравится этот ролик. Реально, вы будете смотреть этот ролик, потому что я прям кайфую, капец, просто. Это реально жизнь в Майнкрафте, просто случайная какая-то. Так, где рыба? А если бы мы с Артемом или с Вильямом Бруно будем играть в это, то вообще, ну, они, конечно, там помрут сразу. Так, опа, зачем мне эти кувшинки, они вообще ничего не дают. А из железных слитков мы... А, там же рандомный крафт. Блин, у меня в голове такой, так, из железных слитков я сделаю меч. Оп. О, это сырой лосось, вот это найс. Капец, темнее что ли начинает? Ладно, давайте по-быстрому, ребятушки, по-быстрому. Черепаха. Ну, акула какая-то, каракула. Так, дельфины. Ой-ой-ой, о, у меня скорость дельфина. Вот это кайф, ребята, дельфины молодцы. Так, ищем здесь цветочки. Набираем всего подряд. Здесь нет грибов, это очень плохо, ребята. Так, у меня даже факелов нет. Фиолетовый сухой бетон. Ха, я тупо буду под ним бетоном могу питаться. Опа, иглоблюх. Его даже есть нельзя. Давай быстрее, еще. Как же просто офигенно то, что мне выпала удочка еще и на прочность. Блин, я бы реально бы не выжил просто без нее. Оп, во, все. Так, блин, тут этот гад. Ну, давайте с ним подеремся, посмотрим, может... Все равно же надо отбиваться как... Ой, тут скелет. А у меня же хардкор, ребята, он меня спалил. Блин, у него хп, наверное, просто миллиард. Блин, нифига. Нифига там скелетов. Это жесть какая-то, ребята. Блин, это песок? Это реально жесть какая-то. Блин, поскорее бы стало уже светло. Короче, я буду тут держаться повыше. Ну-ка. О! Рыбалка!
ребята. Ловись, рыбка большая и маленькая. О, о, ребята, все, мы можем ночь целую ловить рыбу. Опа. Так, ребята, уже две рыбины поймали. Слава богу, что мы наверху, и никто нам ничего не помешает. Так, все, отлично, отлично, сейчас хп восстановим еще. Огонь, ребята, все идет как надо. Так, главное быть очень аккуратным. Там, если есть дельфины, мы потом переплывем куда-нибудь туда. Надо нам найти грибы, ребята, 100%, чтобы было у нас железо. Еще, ребята, нужно не забывать про кровать, реально, потому что, ну, нужно... А, блин, земля, гравий, мне нужен гравий. Потому что реально, ну, нам проще быть. Я что-то тупанул, ребята, с кровать. Я подумал, что она больше всего нужна для того, чтобы там сейвиться. Но мы же тут не сейвимся. А по факту реально, ну нам же ночь нужно переспать. Блин, дождь еще пошел. У нас еще ступеньки есть, вот такие сейчас сделаем. Красоту вот такое вот сделаем, чтобы у нас дождь не капал. Так, и ловим рыбку. Так, ребятушки, ну, собственно, прошла целая ночь. Я тут сидел, вот столько я тут рыбы наловил. Вот мне даже упала кожа, вы прикиньте. Короче, ничего прям нового такого нет. Вот там умирают эти ребята наши. Вот золотых, да, ой-ой-ой, криперы, капец. А, блин, там же дождь сейчас. Мне даже не выбраться, дождь закончить срочно, уже светло. Короче, еды у меня прям про запас. Так, еще, смотрите, сырого лосося. О, как он попал? Ребят, реально, что делать? Вот, что бы вы делали на моем месте? Давайте придумаем какой-то план отступления. Давайте хотя бы попробуем куда-нибудь сплавать. Сейчас поедим. Если даже тут дельфины попадутся, например, какие-нибудь, то это будет вообще кайф. О, пустыня, ребята. Отлично, отлично, отлично. Давайте, все, смотрим, что у нас тут в пустынях. Кораллы, я думаю, пока трогать не будем. О, огурец этот. Вон еще огурцов. А, успею, успею. Нет, давай, 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 поверху. О, опять там острова, ребята. Где же материк? Мне очень нужны грибочки какие-нибудь. О, тихо, тихо. Так, мне, ребят, нужен гравий, чтобы быстро ночь пережидать. Там земля и гравий вроде. Там цветочки. Блин, почему такие острова дурацкие? Вон дельфины, дельфины, дельфины. Дайте мне сил, дайте мне сил. Я не знаю, ребята, там вообще какой-то остров или просто какая-то еру... Да. Блин, там вообще есть что-нибудь? О, ребята, я нашел, там куча тык. Вот это огонь, ребята, сейчас мы вы. О, наконец-таки, и этот есть, даже бамбук есть, ребята, это кайф. Так, 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 все, материк, наконец-таки, блин, я главное на него наплыть только. Японский бог. Так, ребята, мне нужно сделать, как... ну, во-первых, мне нужно что-то хотя бы подобывать, потому что меня там могут реально завалить. Так, это гравийка. Ребята, я могу теперь ночь поспать, да? Все, огонь. Все, идем вот этот вот бамбук. Так, что из бамбука можем? Сахар по классике? Ну, это скучно. Ну, ладно, там тыквы еще были. Семян же тыквы что-то крафтится. А, о, сахар, тыква и яйцо. Получается ступеньки из полированного гранита. Это жесть какая-то. Зажигалка? Вот это тема. Ребята, вот это класс, вот это нормально. Ну, только я не знаю, что делать под дождем зажигалки, но... Я пока даже не знаю, зачем она мне нужна. А хотя я знаю, зачем она мне нужна. Но мне нужно тогда убрать дождь. О, овечки, овечки, овечки. Так, давайте-ка овечки мы вас зафигачим. Только чем, потому что их даже не поджечь, блин. Ладно, давай так, давай так. Давай, 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 давай. Мне еще грибы. Так, найс. Дверь! Узор флага. Ребята, сразу сколько. Мотыга! Урон. Давайте, ребята, как оружие. Розовый краситель. Шерсти розовый краситель, шоп. Это пипец какой. Так, где мне взять этот розовый краситель? Лаймовый ковер. Ну-ка, ну-ка. Она же яйцо дает. А у меня же есть семена, да? Сейчас я накормлю. А ты дашь яйцо? Я не помню, когда она дает яйцо, ребята. Короче, ладно, нам нужны грибы. О, корова, корова, ребята. Даже ули есть, офигеть. Так, ну-ка, корову мы за. Блин, может мотыгу? А, мотыгу нам нужно краситель этот розовый. А розовый это белый с красным, да? Давай, 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 давай. Сырая говядина. А пчелы сейчас не летают, да? А? Идите отсюда, вай, все. Блин, надо было бутылочку какую-нибудь взять. Хорошо, что она меня не укусила, я же на хардкоре. Я вообще забыл, ребята, про это все. Так, мне нужны грибы срочно. Так как начинается ночь, нам нужно ее переждать. Давайте что-нибудь придумаем. Вот здесь сделаем логово свое. Как раз дверь поставим. Блин, это вообще, это реально в голове просто не укладывается. Как тут ресурсы компоновать? Это жесть какая-то, просто пипец. Ни факелов, ничего нет, ребята. Ни верстака даже нет. Так, давайте стропить. Три двери. Найс. Я не знаю, ну можно сделать что-то типа, чтобы свет был. Хотя кровать, наверное, загорится, нафиг надо. Во, как-то так. Так, ставим кровать. Все, ложусь спать. Все, ребята проснулись. Кровать забрались. Дверь открыли. Блин, там есть паук. Иди, паук, шнюк отсюда. Ой, у нас по еде что-то все. Опять нужно рыбу ловить. Нам надо реально, ну, грибов. Вот два гриба, чтобы у нас были слитки железа. Я, конечно, не знаю, зачем здесь слитки железа в рандомном крафте. Но я думаю, что из них что-то полезное, ну, должно сделаться. Все. Давай, давай, давай. Так. Не, в воду нельзя. Вот как, а? Давайте им поможем.
Так. Е-е-е. Что из него выпало? Каменнорез выпал. Я вообще не знаю, что это, ребят. У меня даже камня нет никакого. Что за дурдом? Так. Стой, до воды не бей. Опять каменнорез. Из курицы каменнорез вместо мяса, что ли? Нельзя, нельзя. Опять. О, кстати, желтый цветок. У нас, по-моему, нет желтых цветков. Палка из желтого цветка. А что делаете здесь? Стеклянная панель. Ужас, ребята, ужас. У меня есть палки. Я теперь знаю, из чего палки. О, яйцо, 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 яйцо. Я не помню, для чего надо, но для чего-то надо. Молодцы, молодцы, ребята, молодцы. Молодец, 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 молодец. Хорошо работаешь, хорошо. Есть даже железо. Ну как мне добыть, у меня даже кирки нет. И как вы сделать, я вообще не understand. Берем, фигачим корову. Да не бегай ты никуда. Во, 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 давай, давай, давай. Все, goodbye, Америка, ё-моё. Самоходная вагонетка? Две штуки? Три штуки? Чего? Так, ребята, кажись, я там костер не потушил. Понял. Слышу скелета. А это эндермен и крипер. А крипер не горит. Ой-ой-ой, до свидания. Эй! Вы чё, вы обалдели, что ли? Эй, вы чё? Вы чё? Так, что делать, что делать, что делать, ребята, по классике, по тактике Майнкрафта. Мы просто бьем. И все. Да когда ж вы уже... Обалдели, что ли? О, наконец-то, эндерглаз. А второй где? У меня же зафигачит просто, ребята, у меня хп реально нет. Ладно, ребята, уже опять темнеет. Снова и снова, блин. Мне кажется, нужно в срочном порядке прямо вот сейчас уже прятаться. А лучше прятаться, кстати, у воды, чтобы сразу рыбачить. Ребятушки, я вижу еще продолжение какого-то острова. Блин, а куда же мы приплывали? Там же был этот, где сундуки, где вот это все стоит. Я не помню, я там приплывал, но я не помню, с какой стороны я приплывал. Хоть это и остров какой-то, но он прям огромный. О, там грибы! Сейчас мы железо сделаем, сейчас железо сделаем, ребята, так. Так, ну-ка, если сломать. Блин. Я вообще чуть. А что из него грибы даже не выпадают? Тупо. О, выпал! Еее, камон, 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 камон. Так, мне нужно теперь коричневый гриб. Посмотрим, что из порося выпадет. Так. Ступеньки из красного камня. Че? Капец, сумасшедшие какие-то люди. Да, прикиньте, я сейчас соберу там железо, а из там 9 железа, типа, будет алмаз. Но это хотя бы равноценно. Ну, давай. О! Так, аллея. Оп! Ребята, у нас 9 железа. Так, смотрим. О, золотая лопата. Такое, конечно. Так, это получается у нас... Это вот так вот золотая лопата? Нам нужно, вот если верстак здесь появится, ну давайте хотя бы лопат. Хотя бы у нас какое-то оружие будет, я не знаю, но это реально дурдом. Хоть что-то, какой-то предмет в руках. Нам нужна миска для того, чтобы у нас было еще железо. Потратили 4 железа на золотую лопату, которая, блин, первый же раз. Мы сейчас ей пару раз ударим, что-нибудь копьем, она сломается уже. Нужно что-то, ребята, придумывать. Подождите, это же у нас глина. Глина, а из нее же можно этот, да? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. С глины-то что? Попытка, не пытка! Кнопка? Вы что, издеваетесь, кнопки? Там, ребята, снег, там точно... Там целые шапки снега, блин. Мне нужно реально какой-то танк, чтобы... А лучше деревня, кстати. Оп! Блин, сломал, короче. Лопата сломалась, а? Ну, не беда, не беда, ребята. Сейчас мы должны найти танч какой-нибудь. Вот это реально, это уже материк, ребята. Мы, считайте, с острова перебрались уже, ну, в совершенно другую локацию. Ну, блин, по воде по такой я... Японский бог! Японский бог! Ух, ладно, все нормально, все, ребята. Пробегаем дальше. Опа, ребята, смотрите, какие открытые равнины. Так, мне нужно реально, ну, как-то выжить, выжить. Самоходная вот эта вагонетка еще нафиг. Это же ягоды. Ай, блин, вот я дурачок, конечно, с шипами. О, вот это еда, кстати, кайфовая. Она много и прям, ну, нормально восстанавливает. Возможно, что ее ненадолго хватает, но, ребята, уже начинает темнеть. Так, все. Опа-на. Деревня. Обалдеть, ребята, вы это видите, да? Мне только нужно к ним как-то пройти. Ну, ребятушки, если вам понравился этот ролик, если вы хотите продолжение этого ролика, то прямо сейчас тыкайте на эту пулю, пишите об этом в комментариях. Тыкайте. Тыкайте прямо сейчас. Зомби. Ё-моё. Так, ребята, нужно сваливать, вы пока тыкайте. Все, всем пока. Пау!